Ликующий мир красок. В конкурсе с таким названием за победу боролись более 800 юных художников из Эстонии, Казахстана и 38 регионов России. Итогом его стала выставка «Мой город», которая открылась в Музее истории Ярославля. Она переносит зрителя в красивейшие места Золотого кольца России, в Сибири, на улицы городов Дагестана, Калмыкии, Черкесии. Это лучшие пейзажи из тех, что прислали на конкурс юные художники. Со своим родным городом они знакомили через разные техники – гуашь, акварель, графика и даже фломастер. Вся палитра регионов представлена, она также помогает сравнивать, в общем-то, чем отличается все-таки школа в тех или иных регионах. Например, Кавказская школа, да, она более такая, как бы, может быть, даже несколько, что ли, суховатая, да, но тем не менее она какая-то вот и возвышенная одновременно.